Поехали. Метро Сокол. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – первый новоподмосковный переулок. Первый новоподмосковный переулок. Чего? Что поездка застрахована.
входы не закрываются. Следующая остановка – улица Константина Царева. Уважаемые пассажиры, в избежание травм держитесь за поручни. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Константина Царева, дом 12. Уважаемые пассажиры, в ожидании транспорта не стойте близко к проезжей части. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в пешеходный переход. Следующая остановка – Панфиловский путепровод. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Панфилова. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей, а за неправомерное использование социальных карт в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в указанном размере – либо административный арест, либо обязательная работа. Thank you.
Внимательно, двери закрываются. Следующая остановка – гидропроект. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи. О вещах Всего вам доброго.